Мясное сразу заполняет. А сколько ты? Три мяса и одно это? Монстр мид. Монстр мид и два больших куска мяса и чего хочешь. Можешь его какая-то. Два больших куска мяса нету. Два маленьких положил, короче. Блин, крутой. Дерево пипец. Что делать? Пойти. Ролик пойти. Ой, кто-то приготовил это. Лазанья. Монстровскую. Это я. Ты два монстра мита положил. А, там один кусок. Не, я так. Нет, нет, один кусок монстра мита. Нет, два. И походу маленький. Ты походу положил приготовленный монстр мит. Второй. Там было два, один монстр мид, обычно другой приготовленный монстр мид. Побежал ты цветочки собирать. Где-то внизу здесь всегда фига было. Иначе меня следующую ночь убьют эти твари. Ты просто поспи и все. Поспать их все. Да. Сделай этот. Чечняк. Надо сделать этот спальник, ну и пожари, и вечером спать ложись. Ну, подежурим. Точно сажу. Да, займу паучками. Четыре мяса и кроликов нашел. Так, я сейчас по телефону быстро поговорю. Я тут слышу. Давай. Блин, я весь лес свой сожрал. Слушай, ну в полнолуние очень тяжело набирать этот, как его, так сказать, желудок бобровый. Там надо тебе почитать, может, полнолунию надо этой травы жрать надо. Нет, ты жрать ничего не можешь, у тебя интерфейс не отображается. А-а-а. То есть ты только можешь бегать и пробел нажимать. Ой, вечер. Там этот. Спальник в сурвайвале. Третья сверху. Сейчас иду. Лягу спать. Давай. Чек. Да, нам надо, я, блин, здоровье восстановить жестко. У меня вообще, у меня чисто в половину здоровья осталось. Надо, короче, сейчас с этим заняться, надо камыша напускать первым делом.
А что с этим глазом, вот интересно, этот... сделать можно? Там зонтик можно сделать. Два больших куска мяса, ты говоришь? Одно простое мясо и одно Monster Meat. Правильно? Ну, короче, три обычного нормального мяса, один Monster Meat. Тогда нормальная хавка мясная получается. Monster Meat всегда только один надо жить. Да. Вот, закинул. Должно быть нормально. Ой, отлично. Блин. Не хватало мне. Короче, надо камышам дам. Там вроде есть камыш. Надо будет еще рейд. Собирать, да, делать папирусы. Это мало очень. Не, ну понятно, что мало. Сейчас надо зимой рейд делать, чтобы весна еще раз вырос. И получается, надо еще пчелу добивать много. Ну, пойдем тут. Пчел мочить, там, по-моему, иглы надо собирать их. Как иглы мы собираем? Я помню. Отлично, отлично. Мусор не включен. Это я скидывал. Быстро, быстро. Так, где у нас тут это? Кто-нибудь подкиньте дерево. А смотри, ночь меньше становится. Да. Ну еще зима будет еще 7 дней. Ух ты, белая рубашка. Фулочка. У меня половина. Половина? Ага, да, половина. Травы не собирали, да, мы? Трава где-то была. У меня 8 штук выездили, да. Это чей камень лежит? Это мой. А, нет, не мой, не мой, не мой. Твой, Дима? Вот твой. Вот это нормально. Мой был камень. А, у меня, значит, камень закончился. Чего для кроликов сейчас проверю. Кролика, на ловушку. Да. Забрать, может, и поставил. Лёд добывать, лёд. Чего? Лёд надо. Лёд. Ну лёд он и весной должен быть, по идее. Я пошел за льдом. Я за кроликом. Ой.
Это походу шапка не моя была. Я что-то сейчас только обратил внимание. Да, там напутали. О, у нас тут внизу дефол завелся. Так, я сейчас что-то сделаю. А что, я не помню. Ой, на деревьях листва появилось. О, значит, все нормально. Значит, скоро жара будет, ребята. Надо место делать. Яйца пингвин. 4 штуки. Топлые? Нет, ну еще не стухли, но наполовину. Ну можно приготовить пока это. А что с ними? Одно яйцо закинуть? Или два яйца с мясом? А фиг его знает, я не знаю, если честно. Не, яйца, короче, когда протухнут, можно получить и делать порох, что ли. Я в холодильник, короче, 4 яйца закинуть. Нам, кстати, это, нитро нужна. Да, кирка. Чтобы костер делать. Литра. Да. Охлаждающий, да, по-моему? Да, там, по-моему, есть. Три какашки мне нужны. Мне нужны три какашки. Ну-ка, накакайте мне три какашки. Ладно, я сам накакаю. Так, интересно, накакал. За ночь появится? Я, короче, сделал какую-то фигню. Не знаю, что это такое. Что такое bucket of poop? А, это ведро с удобрениями. Да? Это когда ты у тебя, если ты займешься огородом выращиванием. Ага. А, его можно... Удобрение, по-моему. Клёво, клёво. Собственно, я этим и займусь. Я буду выращивать, короче, эти овощи. Понаделаю-ка. Ягодок надо покупать. Надо будет семян, короче. Понаделал я, короче, нормальных этих. Ух, как хорошо, да, что теперь нету ожидания того, что придет босс. Нету ожидания. Вот эти, короче, огородики, если туда закинуть 3 удобрения, то сразу вырастает моментально. Да? Какой-нибудь. Либо если одно удобрение закидываешь, то ждать. Смотри, Энд, какой я хороший. Я вот сажаю деревья. Все правильно. Увидел, как я сажаю, сразу в дерево превратился. Наконец-то все посадил. Двух бобров этих поймал. Бобров? Они кротов. Опять, да, завелись там? Да, кротов. Так, перекусим. Ом-ном-ном. Чё у нас тут? У нас лазанья. Не, нам надо холодильник льдом набить. Да, вот нижний холодильник, он как раз для этого. Я, короче, займусь этим следующую ночь. Ну, следующий день. Ночь переживем. Я уже 45 льда собрал. Красавчик. Вообще нижний холодильник забивай. Ой, метеорит не сделаешь, метеорит не сделаешь. Так, мне нужно порядок навести. А то Дима потом будет писать, короче, какой у тебя бардак. 5 этих убивал. Можно готовить не скоро. Шикарно. Короче, тут яичница приготовилась с мясом. Правда, может, протухшая. Кстати, надо ее жрать быстрее. Когда ингредиенты протухшие закидываешь, ну тут яйца зеленые какие-то. Еда готовится чуть-чуть. Кстати,
Сейчас ночь будет скоро. Угу. Где Дима? А я не спрыгну. Не придешь, что ли? Я тут метеоритом, короче, развалились тут пусты. Что-то, короче, по-моему, за. Что-то рычит, рычит. Собаки идут. Беги, делай факел. Делай факел, беги к нам. Я. Мы без тебя не выживем. Ага. Я знаете, как далеко? Бегите к бифалу, короче. Грёха. Грёха, побежали сейчас? Тут, вот тут бифала и тут и эти. Тут костер где-то. Да, да, да. Вот бифала. А вот и костер, прям костер рядом. Вот. Блин, сколько их прыгает? Еще попадает. Все, вот они. Блять, укусил. Ёпта, меня тоже укусило. Охренеть, сколько их. Есть одна. Я уже пятерых его завалил. Блять. Не, он тут нереально. Нереально. Шестерых, семерых завалил. Тут просто вообще их миллион. И они сожрали, пифола убили. Блин, нам без бифла потом хрена убьют. Да, они сейчас меня еще убьют. Дима, выручай, иди на базу. Чай. Ночью, я далеко. Понял. Я пошел же эти лед добывать. Я без детства далеко. Тоже знал. Пока бегаете. Бегаю? Че ты там, бифла других не найдешь? Блин, ну сейчас наши все бифлы перебьют там. Тут пипец их до хрена. Тут нужна помощь вообще, просто масхэв. Я возле пауков, если че. Ай, догнали, мрази. О, они с пауками месятся. О, тут пауки, эти желтые. Чё их там дофига? Походу сейчас нормально все будет. Желтые пауки сейчас захерачат их. Ух ты. Ну нафиг. А чё они замерзли все? А потому что это зимние псы. О, оттаивают. А, ко мне пришел. Кто? Дима, ты бежишь на базу? Так за мной тут гоняется, тварь. А, я понял, они убили белого пса. Давайте, пауки, месите. Раз, два, три, четыре. Четыре осталось. Блин, у меня еще с ПП-шкой все плохо. Да у меня вообще так жесть. Я завалил одного. Короче, вам пауки должны справиться. Пацаны, что-то уже зима кончилась, походу. Снега нет. Угу. Лед надо, лед. Пока весна. Лед надо дорубить. Просто необходимо. Мне теперь надо за этим сходить. Кто еще где лед видит, кроме чем внизу? По-моему, наверх. Так, вроде пока. Офигеть, 38 здоровья.
Да не вовремя вообще не пришли. Ну да, не успели восстановиться. А чё? Вот тут Энджи есть внизу, можно было... А, ну... Он спал. Да. Опять вечер, что ли? Офигеть, ты чё, ещё месяц, а не? Блять, опять холодно. Я думал, что уже тепло. Не-не-не. Все, зафигарили пауки. Ой. Пошли нафиг, пауки. Там надо этих. Ну, знаешь, что надо? Сносить улей. Почему? Он тройной. И тут желтые вообще какие-то злые. Вокруг ходят. Где? Ну где мы ходили за пауками? Налево. Блин, офигеть, это. Надо здоровье восстанавливать. И бифы кончились. Так. Так, надо пепла сделать много. А, там же веточки есть, которые можно спалить. Да, там веточки. 40 штук сейчас веточек спалить. Там надо камень. Чё он пришел сюда? Так, просто ходит. Блин, на... Чё? Сена нету ни у кого. Сена нет. У меня есть пятна. Мне поспать надо. А камни ни у кого нету. Камни у меня есть. Вот они. Так, рефай. Че давай. Сейчас я спать лягу. Че, кто-нибудь яичницу ел нормально? На, да. Я не ел. Ты умеешь приготовить. Ребят, подежурите. Давай, давай. Я ложусь. Я сейчас хилки наделаю. Надо черную вот эту фигню убрать. А то у меня 38, Игорёха, у тебя сколько? 20-28 сейчас. Офигеть. Викфрид все-таки показывает, что она роляет. Ну да, в бою она просто решает. Короче, хилки наделал. Чё там, когда потеплеет, что можно одежду скинуть в ящики? Еще рановато, походу. О, блин. А в холодильнике-то пусто у нас. Да, сейчас пойду кроликов там пособираю. Потом вечером надо парочку этих хотя бы завалить. Ой-ой-ой, надо покушать. Подарочек какой-то пришел.